Name is Tonio Yegorov from Italian village Vileyka. Мы выступать с группой The Verkh на первом своем таком, ну, нормальном, ну ладно, большом. Ну, короче, нормальный концерт будет. Дико волнуемся, очень много собирались. Да, вот я тут как ногти накрасил. Да. Ногти делает Юлия Терехова. Знаешь что, вот мы собираемся, вот сейчас вот вызываем, наверное, машинку и едем на последний, так сказать, этап приготовления. Снимем вам небольшую фишечку, как мы будем готовить свой The Up Piedestal. Ну, у нас, как обычно, мы, ну, суббота, да, завтра воскресенье концерт, мы только сегодня плейбеки дописываем, так что, короче, ребят, все нормально. Чтобы завтра была просто супер, гипер, турбо, ультра, мега, супер, пуля. Еще посмотрите дальше, будет куча всего, поэтому... Сидя на луне. Здорово! Третий персонаж. Извиняюсь. Савич! Медиатор. Данлоп Ультекс. Вкусный. Молчание. Сейчас не обосрался. Тише. Ну-ка послушаем. Это хит, реально. Курить здоровье вредить. Никогда не курите. А вы как вас здоровье поправлять? Это да. Что, все, еще раз? Передайте привет Жене маме. Саныч! Саныч, ты где, бля? Что ты хочешь? Это корыто покрасили? Покрасили! А во что вы покрасили его? Зеленый! Я ж просил желтый! Как? А я похож на Аполлона? 11? Да. На космический корабль вообще я похож. А, ты суп, кстати, доел? Я понял. Я разговариваю чуть только ближе. Ладно. Если вы думали, что все грандиозные большие концерты делаются вовремя, это все ошибка. Саныч! Саныч, ты где? Вы это корыто покрасили? Покрасили! А с вами передача «Пока все дома» House 6 The Up Edition. Чтобы идеально концерт прошел, что нам нужно сделать? Правильно, нам нужно сделать очень крутой пьедестал. Для этого нам поможет Юрий Караченя. Он лучший мастер в мастерстве и кандидат мастера спорта по мастерству. И с нами еще Станислав Пилевский. Он, в принципе, заслуженный кандидат мастера спорта по кандидатам мастера спорта по рисованию. И значит, мы из этой тумбочки и из этих баллонов, вот эти баллоны, вот эти баллоны, мы будем делать киберпанк! Плюс 35, 29, 5, 5, 29, 10, 49. Перекрасим ваш автомобиль в зеленый цвет. Это желтый, я дальтоник. Я думаю, что этот арт-объект олицетворяет очень много современных проблем и тонкостей человеческого социума и общения друг с другом, мужчин и женщин. Что, в принципе, считаю основной проблемой, в принципе, нашей человеческой проблемы, потому что мы не умеем общаться друг с другом. Я надеюсь, что эта тумбочка поможет мальчикам лучше подкатывать к девчонкам на концертах. Может быть, какие-то мальчики сделают более счастливыми других девочек или
девочки каких-нибудь мальчиков сделают более счастливыми, не знаю. Но если этому послужит эта тумбочка, то я буду безмерно счастлив, конечно. Желтый цвет космоса. Из каких пор? Вот да, тот же вопрос. У творческих людей бывает все. Так сказал бог ска музыки баритон. И наш арт-объект закончен, как вы смотрите. Очень прекрасно написано, нарисован наш логотип. Вот эти утонченные грани из мексиканского черного угля. Здесь якобы надпись нашей самой популярной песни «Фу! Фел!» и песни припев, которые знают все. Мало. То бишь, я не понимаю. Автографы знаменитых художников на этой тумбе, потому что эту тумбу рисовали такие знаменитые художники, как Юрий Караченя, очень известный белорусский ремесленник. Егоров Антон тоже там, чуть ли не его работы известны по всему миру. Ребят, смотрите, это шедевр просто. В будущем она будет продаваться за миллион сербских динаров. То за то, что до видения, пане Топомове. Мы записываем свои крутые треки на студии House X. С чего начнем? У нас есть замечательный мега крутой комбарь Fender Peter Collins мега крутой. Ну есть еще, конечно, не менее крутой стек с мега крутой ламповой головой Крат. Вот это вот значит у нас моноблок тут интересный такой. Вот это у нас басовый, не буду говорить, что за он. Вот это последние разработки, пульт вообще самый крутой, электроника. Вот. Наши спонсоры — группа Оазис. В общем, тут есть все, чтобы стать успешным артистом и записать свои самые лучшие хиты. Значит, там находится у нас будка звукорежиссера. Там вообще все по последнему слову техники. Там пипец, все вымеряли, четко все нахрен, блин, сделали. Так, чтобы звук вообще доносился до ушей прям. Вот, а у нас остается 6 часов до концерта, и мы вот, как видите, на низком старте. А чего ждем? Ждем наш мега крутой автомобиль. Папу Вову ждем. Короче, он несется уже со всех своих 4 колесиков. Он как раз он и звонит. Да? Да. Надо поднять срочно. Блин, опять меня снимают. Съемка видео запрещена. Камеру врубаем. Камеру врубаем. Все. Провод. Как-то Зою Чусов, он тоже излепил. Подожди, не принимай. В Минске. Он не музыкант. В какой бы жопе ты ни находился, главное, чтобы в своей жопе никого не было. Да, мужики, я наберу потом, короче. Да, давай, в принципе, не нужно. Братва, это первый наш сольный концерт в Репаблике, к которому мы шли долго, немало, 4 года. Мы заряжены на позитив. Заряжены, разъебать там все нахуй просто. Пускай будет много матов. Кто мы? Сила! Кто мы? Сила! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного!
не грусти, не скучай. Мы пришли, чтобы спасти твою душу. Скоро все здесь сорвем и надеемся вам все по вкусу. Нам не жаль своих сил. Мы разожгли огонь колесницы. Открывай свои глаза, чтоб над ними не сгорели ресницы. Ручки, ручки, ребята! Дайте шума, дайте шума, дайте шума. Дайте шума, дайте шума, дайте шума. Дайте шума, дайте шума, дайте шума. Дайте шума, дайте шума. Крутота! Концертный тумблер на турбо настроен. Искры из глаз, все для вас. Адских бесов оркестр построен. Растопил для сердец. У кого-то намокли все ножки. Подожжем планету всю. На башке прорезаются рожки. Пошумите! Дайте шума, дайте шума, дайте шума! Дайте шума, дайте шума, дайте шума! Дайте шума, дайте шума, дайте шума! Дайте шума, дайте шума! Шума духовикам нашим! Ну что вы здесь, народ? Дайте шума, дайте шума, дайте шума! Дайте шума, дайте шума, дайте шума! Дайте шума, дайте шума, дайте шума! Дайте шума, дайте шума! Еще! Русские, русские, русские! Добрый вечер, друзья! Как настроение?